Жареные чили сырные доги. Смотрите, это макароны с белым сыром. Ау, боже, мои макароны с сыром. Ой, ау. Скотобо, почему ты всегда принял дыры в моем поле? Разве в твоей голове и так не достаточно дыры? Это самый красивый кусок макарон, который я когда-либо видел. Сквидвард снова целует сам себя. Ой, смотрите, это крошечный я. Да, он выпускается в четырехдобных формах. Я, Сквидвард, Патрик и Гелли. Мяу. Вот как это делается. Вы кипятите 6 чашечек воды, а затем добавляете макароны. Затем, примерно через 11-12 минут... 11-12 минут? Я не могу ждать так долго! Я должен съесть это сейчас же! Не волнуйся, Патрик, я спасу тебя! Эй, это как джакузи! Требуется всего 1 секунда, чтобы привыкнуть к этому. Патрик, откуда взялись эти пузыри? Из моей жопы. Затем слейте воду с макарон, добавьте молоко, сливочное масло и сырный порошок. Затем вы смешиваете все это в одно большое, творожно-золотистое, восхитительно липкое, сливочно-мягкое, влажное. Просто послушайте это. Это так вкусно! Они лучше, чем крабсбургеры! Да, мы теперь разговариваем! Да, даже приближается! Я узнаю, как это закончит! Чего никогда не будет! Как они могли есть такую некультурную пищу? Возьмите миску, мистер Сквидвард! Это вкуснятина! Я устал жевать, но я все еще хочу это съесть, так что я собираюсь приготовить из этого напитка. О, боже, это выглядит хорошо. Эти макарошки с сыром даже вкуснее, чем деньги. Так приятно натирать этими макаронами свои щупальца. Знаешь, что отлично сочетается с этими макаронами с сыром? Что, Патрик? Больше макаронов с сыром. Эй, Кабоб, что ты все ешь? Ты не можешь позволить, чтобы кто-нибудь убрался отсюда к черту! Эти ребята сходят с ума по этой штуке. И если я начну продавать это по чамбакету, то выведу мистера Крабса из бизнеса. Пытайтесь запечатать мою формулу, да? Возьмите миску, мистер Планктон. Ауч. Это часть сбалансированного ужина.